возьмем телефоны, разговаривать, как посидеть, по магазинам ходить. Слушай, мне кажется, поняла, как нарисовать картину на $1 000 000. Да ладно, как? Смотри. Дальше так. Картина третина в телефинале обычно продают за 150 гривен. Ну что, сама подумай. Чтобы получилась картина на миллион, нам нужно 6 500 дельфинов. Короче, Даша, мне же очень срочно нужно миллион нарисовать. Только неграмотный художник, как ему написать? Маша, ты знаешь, что художники, когда добиваются, пишут картины своим бывшим? Кристина, чем мы будем писать нашу картину?